Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Если вы никогда не вязали носки, но очень хотите научиться, то сейчас самое время. Я вяжу мужу самые простые носки. Один носок уже готов, второй будем вязать вместе с вами. И на втором носке я вам покажу все нюансы, которые необходимо знать для вязания носков. Мы вместе с вами сделаем расчет, сколько взять петель для резинки именно для вашего размера носка, для вашей пряжи, для вашей плотности вязания. Вместе с вами свяжем резинку, свяжем паголенок, свяжем пяточку. Я вам покажу, сколько петель необходимо взять для пяточки и сколько нужно связать пятку в высоту. Вывяжем самую простую чашечку. Сделаем убавки в клине подъема. Я вам покажу, как определить, сколько убавок нужно сделать именно для вашего размера. И свяжем вот такой мысочек ленточный. Я покажу, как посчитать длину ленточного мыска для того, чтобы связать носок необходимой нам длины, для того, чтобы носок сидел плотно по ноге. Вязать буду из турецкой пряжи от Нако. Как правильно читается название, я не знаю. В составе 25% шерсти и 75% акрила. В 100 граммах 260 метров. Рекомендуемые спицы 4-4,5. Я вязала спицами номер 3. Но, девчонки, не обязательно покупать точно такую же пряжу. Вяжите из той пряжи, которая вам нравится. Все расчеты мы сделаем для вашей пряжи. Мне просто пришлось купить эту пряжу. У меня муж попросил быстренько связать ему носки, я побежала в магазин. Но пряжи, у которой в составе более чем 25% шерсти, я не нашла, поэтому буду вязать из того, что есть. Перед тем, как приступить к вязанию носков, нам необходимо снять мерки. Я снимаю только две мерки. Это длина стопы и обхват в подъеме вот в этом месте. У моего мужа 42 размер, и у него длина стопы 28 сантиметров, а обхват в подъеме 27 сантиметров. Затем нам необходимо определить нашу плотность вязания. Мы вяжем образец тем узором, которым планируем вязать носочек, на тех же спицах и из той же пряжи. Вот я связала образец, вот здесь у меня резинка, а вот здесь у меня лицевая гладь. И мне нужно выбрать 10 сантиметров. Перед тем, как мне выбрать 10 сантиметров, я немножко вот так растягиваю образец, чтобы носок у меня сидел плотно на ноге. Прикладываю линеечку. Выбираю 10 сантиметров, вот так я отмечаю иголочками, и считаю, сколько петель у меня находится в 10 сантиметрах. И у меня получается в 10 сантиметрах 21 петля, значит плотность моего вязания 2,1 петли в сантиметре. Далее определяем, сколько петель нужно взять для резинки. Для этого обхват подъеме 27 сантиметров умножаем на плотность вязания, у меня это 2,1 петли в сантиметре, получается 56,7 петель. И это число нужно округлить до целых, но так, чтобы оно делилось на 4, так как я буду вязать резинку 2 на 2. Если вы будете вязать резинку 1 на 1, то это количество петель должно делиться на 2. Итак, я округляю до 56 петель и на спице набираю 56 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. На спице номер 3 набираю необходимое количество петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Мне нужно набрать 56 петель плюс 1 петлю. Буду набирать сразу на обе спицы самым простым способом. Вот так. Все количество петель распределяем на 4 спицы, и не обязательно у вас должно на каждой спице быть одинаковое количество петель. Я люблю, чтобы когда я вяжу резинку 2 на 2, в начале каждой спицы у меня было 2 лицевые петли, в конце каждой спицы 2 изнаночные петли. Просто так удобнее вязать. Далее я проверяю, чтобы у меня косичка не перекрутилась, и теперь вязание мне необходимо замкнуть в круг. Для этого первую петлю с левой спицы переношу на правую, а петлю с правой спицы набрасываю на эту петлю. И хвостики ниточек хорошенько затягиваем.
Все, теперь начинаем вязать резинку. Я буду вязать резинку 2 на 2. Вяжу 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Итак, вяжем до конца ряда. В следующем ряду я вам покажу, как правильно вязать резинку бабушкиным методом провязывания петель, чтобы у вас петли не получились скрещенными. Итак, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Вяжем второй ряд резинки. Над лицевой провязываем лицевую петлю. Над изнаночной провязываем изнаночную петлю. И обратите внимание, как мы провязываем петли. Лицевые мы провязываем за передние стенки, вот так. А вот изнаночные мы все провязываем по-разному. Если вы, как и я, вяжете бабушкиным методом провязывания петель, то у вас изнаночная петля на спице лежит вот так, левой стеночкой вперед. И чтобы она у вас была не скрещена, ее нужно провязать за заднюю правую стенку. И вы ее провяжете вот таким образом за заднюю стенку и ниточку подхватываете ниже спицы. Вот так. Если же вы вяжете классическим методом, то у вас изнаночная петля на спице лежит вот так, правой стеночкой вперед. И чтобы провязать изнаночную петлю, вы ее провязываете за правую переднюю стенку. И вы ее провязываете вот так, у вас нитка над спицей. Лицевые все мы вяжем за переднюю стенку. А вот изнаночная, если вы вяжете классикой, то вы вяжете за переднюю. Если бабушкиным, то за заднюю. Я вяжу бабушкиной, у меня изнаночная вот так лежит, и я ее провязываю за заднюю стенку. Вот так. Если вы вяжете классикой, то у вас петля лежит на спице вот так. И вы ее провязываете за переднюю стенку. Вот так ниточку подхватывают те, кто вяжет классикой. И запомните, девчонки, чтобы петли не были скрещены, их нужно провязывать только за правую стенку. Неважно, какая она будет, передняя или задняя. Итак, вяжем резинку 2 на 2 по кругу такой высоты, какая вам необходима. И внимательно смотрите, как вы провязываете изнаночную петлю. Вяжем резинку 2 на 2 необходимой нам высоты. Провязала я резинку необходимой мне высоты. У меня получилось 8 сантиметров. Дальше буду вязать паголинок лицевой гладью. И обратите внимание, где я закончила вязать резинку. Вот хвостик начала ряда, вот хвостик конец ряда. И теперь начинаем вязать лицевыми петлями по кругу. Над лицевыми вяжем лицевые петли. Над изнаночными также провязываем лицевые петли. И если вы вяжете, как и я, бабушкиным методом провязывания петель, то над изнаночной мы провязываем лицевую за заднюю правую стенку. Вот за эту стенку. Вот так. Если же вы вяжете классикой, то вы все петли будете провязывать за передние стенки. И лицевые, и изнаночные. Итак, вяжем далее по кругу лицевыми петлями столько рядов, сколько вам необходимо. Провязала я лицевой гладью столько рядов, сколько мне необходимо. У меня получается 5 сантиметров. У меня муж не любит высокие носки, и вот эту длину он уже считает длинной. Если вы любите длинные носки, то вяжите лицевой гладью больше. Или резинку можете провязать больше. И не обязательно вот это место вязать лицевой гладью. Можно вязать любым узором. Например, я вяжу еще одни мужские носки. Здесь у меня резинка связана резинкой 2 на 2, а паголинок связан резинкой 6 на 2. Вот такие носки я вяжу. Обязательно свяжем их вместе. Мне кажется, получится очень симпатично. И теперь мы будем вязать пятку. В разных источниках вы найдете разную информацию, на каких спицах нужно вязать пятку. Обратите внимание, вот хвостик начала ряда. Вот это хвостик конец ряда, и считаются спицы, начиная от начала ряда. Вот эта спица первая, вот это вторая, это третья, это четвертая. Где-то вы найдете, что пятку нужно вязать на третьей и на четвертой спице, где-то найдете, что на первой
и на четвертый, а где-то написано, что на первый и на второй. Я пятку всегда вяжу на первой и на второй спице. И на пятку необходимо взять половину от всех петель, которые мы набирали на резинку. Я на резинку набирала 56 петель, половина это 28 петель. И у меня на этих спицах на первой и на второй 28 петель. Иногда по узору не получается взять ровно половину от всех петель, а приходится взять на 2 или на 4 петли больше. Но это ничего страшного, но так как мы сейчас с вами вяжем самые простые и самые классические носки, то мы возьмем ровно половину от всех петель, набранных на резинку. Я беру 28 петель и начинаю вязать пятку на первой и на второй спице. И пятку я буду вязать лицевой гладью. И когда мы начинаем вязать пятку, вот это место, чтобы у нас не было растянутым, провяжите покрепче, несколько петель прямо провяжите плотненько. И вяжу все петли лицевыми петлями, 2 спицы. Чтобы было удобнее вязать, я обычно пятку вяжу не на 2 спицах, а чтобы у меня все петли были на 1 спице, вот так. Так просто удобнее. Доходим до конца второй спицы, и последняя петля у нас кромочная. Кромочную провязывайте так, как вы привыкли. Переворачиваем на изнаночную сторону и начинаем вязать второй ряд по изнаночной стороне. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем все петли изнаночными петлями. Доходим до конца второго ряда и последнюю петлю провязываем кромочной, так как вы привыкли. Переворачиваем на лицевую сторону и вяжем третий ряд по лицевой стороне. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем все петли лицевыми петлями. И так вяжем столько рядов, сколько нам необходимо. Я сейчас провяжу необходимую пятку в высоту и покажу вам, как определить, сколько необходимо рядов провязать для вашего размера. Провязала я необходимую высоту стенки пятки, и сейчас я вам покажу, как определить эту самую необходимую высоту именно для вашего размера. Для этого необходимо найти первую кромочную петлю. Обратите внимание, вот петля на спице, она переходит вот сюда и вот сюда. Это еще не кромочная петля, потому что нить этой петли идет вот сюда на пяточку. А кромочная петля это вот эта следующая петля. Еще раз посмотрите, петля со спицы идет вот сюда и вот сюда. Вот видите, она тянется вот. Это не кромочная, кромочная следующая вот это. И нам необходимо в кромочные добрать столько же петель, сколько мы взяли на пяточку. Так как на пятку мы берем половину от всех петель, набранных на резинку. На резинке у меня было 56 петель, на пятку я взяла 28 петель. Значит, в кромочные мне нужно добрать также 28 петель, по 14 петель с каждой стороны. Добираем в кромочные, но я добавляю не все петли в кромочные, а одну петлю я добавляю вот сюда, чтобы не было у меня здесь дырочки. Итак, считаем, мне необходимо, чтобы у меня было 13 кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кромочных. Вот видите, и 14 петлю я подниму вот здесь вот из уголка, и у меня получится всего 14 петель. С другой стороны, у меня вот здесь на одну петлю меньше кромочную, потому что у меня сейчас провязан последний лицевой ряд. Если бы у меня был провязан последний изнаночный ряд, то с двух сторон у меня бы было одинаковое количество кромочных петель. Но у меня сейчас с этой стороны на одну кромочную петлю меньше. Давайте посчитаем.
Вот петля на спице. Она идет вот сюда и вот сюда. Вот посмотрите внимательно. Вот видите, вот петля и вот. Это не кромочная. Кромочная вот это следующая. И считаем. Первая кромочная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Видите? Тринадцатую поднимем вот из этой петли, из первой петли, которая у нас на спице. И последнюю, 14-ю петлю поднимем вот отсюда из уголка, чтобы здесь не было дырочки. Итак, с каждой стороны мы поднимем по 14 петель. Следующий важный вопрос: с какой стороны мы начинаем формировать чашечку? В некоторых книгах вы можете найти, что чашечку необходимо формировать по изнаночной стороне. В других книгах написано, что чашечку необходимо формировать, начиная с лицевой стороны. Я делаю по-разному. Если я вяжу чашечку лицевой гладью, то начинаю ее формировать по изнаночной стороне. Если же я вяжу чашечку каким-то укрепленным узором, то ее формировать начинаю по лицевой стороне. Почему я так делаю? Потому что когда мы начинаем формировать чашечку по изнаночной стороне, то первую убавку мы делаем вот здесь, а последняя убавка у нас будет вот здесь. И дальше мы поднимаем петли из кромочных и начинаем вязать носок по кругу. А когда мы начинаем формировать чашечку по лицевой стороне, то мы первую убавку делаем вот здесь, а последняя у нас получается вот с этой стороны. И чтобы перейти на круговое вязание, нам приходится по чашечке вот здесь провязать еще один лишний ряд. И когда у нас чашечка связана укрепленным узором, а укрепленный узор у нас стягивает полотно, то вот этот один лишний ряд не является лишним. Он как раз увеличивает немножечко чашечку, но это в том случае, если мы чашечку вяжем укрепленным узором. А теперь давайте я померю высоту стенки пятки, которая у меня получилась. Нахожу первую кромочную петлю. И высота стенки пятки для 42 размера у меня получилась около 7 сантиметров. Если померить по готовому носочку, то также примерно 7 сантиметров. И теперь начинаем вывязывать чашечку. Для этого все количество петель, которые мы отвели на пятку, делим на 3 части. Если петли не делятся нацело и в остатке остается одна петля, то одну петлю мы добавляем к центральной части. Если в остатке остается 2 петли, то по одной петле оставляем на крайней части. Итак, делю все петли стенки пятки на 3 части, и у меня получается на крайней части по 9 петель, а на центральную часть остается 10 петель. И теперь начинаем формировать чашечку. Для этого первую убавку мы делать будем по изнаночной стороне. И мы вяжем сначала все петли первой части, затем все петли второй части, не довязывая одну петлю. Итак, первую петлю мы снимаем как кромочную. И дальше начинаем вязать изнаночными петлями все петли первой части. Также петли второй части вяжем изнаночными петлями, не довязывая одну петлю. И теперь последнюю петлю центральной части нам необходимо провязать вместе со следующей петлей, первой петлей боковой части. Я снимаю маркер, он мне больше не нужен. И две петли провязываю вместе изнаночной петлей. Проверяю, чтобы петля вот эта лежала правой стеночкой вперед. И провязываю две петли вместе вот так изнаночной петлей. Первую убавку по изнаночной стороне мы сделали. Переворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем все петли лицевыми петлями центральной части до последней петли.
И вот эту последнюю петлю нам необходимо провязать вместе со следующей петлей боковой части. Снимаю маркер. И вот эти две петли я провяжу вместе лицевой петлей вот так за задние стенки. Вторую убавку мы сделали. Переворачиваем на изнаночную сторону и повторяем. Первую петлю снимаем как кромочную. Вяжем центральную часть изнаночными петлями до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе со следующей петлей. Вот так, изнаночной петлей две петли провязали вместе. Переворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем остальные петли центральной части лицевыми петлями до последней петли. И последнюю петлю провязываем вместе со следующей петлей. Вот так, лицевой за задние стенки. И у нас получается, уже формируется чашечка. Снова переворачиваем на изнаночную сторону. Также первую петлю снимаем и вяжем все петли изнаночными до последней петли. И последнюю петлю провязываем вместе со следующей петлей, изнаночной петлей, вот так. Переворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем и вяжем все петли лицевыми петлями до последней петли центральной части. Последнюю петлю провязываем со следующей петлей вместе лицевой петлей за задние стенки. И вот видите, у нас получается, убавляются петли боковых частей, а центральная часть так и остается 10 петель. И вяжите так дальше, пока вы не убавите все вот эти петли боковых частей. Осталось мне убавить по одной петле. Одна петля с одной стороны и одна петля с другой стороны. Итак, вяжем изнаночный ряд. Все петли изнаночные. И последнюю петлю центральной части провязываем вместе с боковой петлей. Все, здесь мы все петли убавили. И теперь осталось нам убавить последнюю петлю. Вяжем лицевой ряд. Доходим до последней петли центральной части и провязываем вместе со следующей петлей. Все, все петли мы убавили. У нас на спице остались только петли центральной части. В моем случае это 10 петель. Теперь нам осталось поднять петли из кромочных и вязать носок по кругу. И теперь посмотрите, как я буду поднимать петли из кромочных. У кромочных есть две стенки петли. Одна, которая находится ближе к изнаночной стороне, другая ближе к лицевой стороне. И я петли буду поднимать вот из этой стенки кромочной, которая находится ближе к изнаночной стороне. Итак, мне нужно поднять 13 петель из кромочных, и 14 петлю я подниму вот здесь из уголка, чтобы не было дырочки. Итак, нахожу первую кромочную. Вы помните, вот петля, она идет сюда и сюда. Это не кромочная, вот первая кромочная петля. Набираю вот так на спицу 13 кромочных петель. 3, 4, 6, 7, 13. И теперь начинаем поднимать петли.
Вот 13 петель я подняла, и 14 петлю поднимаю вот здесь, вот из этой петельки, вот из этой, чтобы не было дырочки. Я ее вот так набрасываю на спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку и хорошенько подтягиваем ниточку. Вот так я подняла 14 петель и дальше вяжу по кругу петли верхней части носка. И с этой стороны мне также нужно поднять 14 петель. Поднимать также буду вот из этой петли кромочной, которая находится ближе к изнаночной стороне. Итак, находим кромочные. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. 13 у нас будет вот здесь. Смотрите, вот она. 13. Видите, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И 14 я подниму вот здесь из уголка. Сейчас я пересниму петли чашечки на 2 спицы, поделю пополам, потому что у меня нету больше 6 спицы, чтобы было удобнее вязать. Так поделю поровну на одну спицу и на другую спицу. И теперь начинаю поднимать петли. Вот здесь из кромочных. Одну петлю вот здесь вот из уголка. Вот подхвачу вот эту петлю, видите? Вот в уголочке она у меня. Вот так набрасываю на спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. Хорошенько подтягиваю. И остальные петли поднимаю из кромочных. То есть вот это одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая. Все, с каждой стороны мы подняли по 14 петель. И дальше вяжем по кругу. И вот здесь вот начнем делать первую убавку. Сейчас я довяжу вот до сюда и дальше покажу, как я буду делать убавки в клине подъема. Вяжем петли пяточки. Не довязываю 2 петли, которые мы поднимали из кромочной, из уголочка. И теперь с этой стороны будем делать убавки в клине подъема. Первую убавку делаем с этой стороны. Следующая убавка будет вот с этой стороны. И чтобы вам было виднее, я повешу маркер, с какой стороны мы делаем первую убавку. И убавки можно делать вместе с наклоном вправо или с наклоном влево. Я люблю, когда убавки выглядят вот так. Вот видите, как галочки. Они так получаются, совсем незаметные. Мне так больше нравится. И чтобы у вас так получилось, мы провяжем 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого я переворачиваю эти петли вот так, левыми стеночками вперед. И провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Вот так. Первая убавка у нас готова. Дальше вяжем верх носочка 2 спицы лицевыми петлями. Теперь делаем первую убавку уже с этой стороны. И с этой стороны будем провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо.
Для этого провяжем 2 петли вместе вот так за передние стенки. И вяжем дальше все петли подошвы вот до этого места. Доходим снова до этого места, и мы теперь решаем, как мы будем делать убавки. Можно делать убавки в каждом ряду, можно через ряд, можно через два ряда. Вот здесь я делала убавки через ряд. Если у вас очень высокий подъем, делайте убавки через два ряда. Я буду делать через ряд, значит, сейчас ряд я провяжу без убавок. То есть все петли вяжу лицевыми петлями. И верх носочка также 2 вот этих спицы провязываю лицевыми петлями. Дошли мы до места, где у нас была сделана убавка. Так как в прошлом ряду мы делали убавки, то в этом ряду вяжем без убавок лицевыми петлями. Доходим мы до маркера, где у нас была сделана первая убавка, и сейчас мы будем делать вторую убавку. Не довязали 2 лицевые петли. И здесь убавку делаем с наклоном влево. Для этого разворачиваем 2 петли вот так левыми стеночками вперед и провязываем 2 петли вместе за задние стенки. Вторую убавку с этой стороны мы сделали. И дальше вяжем верх носочка 2 спицы лицевыми петлями. С этой стороны делаем вторую убавку с наклоном вправо. Для этого 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за передние стенки. Вот так. И дальше все петли вяжем лицевыми петлями. Доходим до нашего маркера. В прошлом ряду здесь были сделаны убавки, значит, этот ряд провязываем без убавок. И все петли провязываем лицевыми петлями. Итак, с каждой стороны мы уже сделали по 2 убавки. С этой стороны сделано 2 убавки. И с этой стороны также сделано 2 убавки. Итак, вяжем дальше, делая убавки через ряд, пока у нас на спицах не останется столько же петель, сколько мы набирали на резинку. Я на резинку набирала 56 петель. И у меня получится, что я сделаю по 5 убавок с каждой стороны. Вот смотрите, 1,
2, 3, 4, 5 убавок через ряд с одной стороны. И 1, 2, 3, 4, 5 убавок с другой стороны. И в этом ряду я делаю снова убавку. Провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Переворачиваю 2 петли и провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Третью убавку с этой стороны я сделала. Провязываю верх носочка и делаю третью убавку вот с этой стороны. И так вяжите, пока у вас на спицах не останется столько же петель, сколько вы набирали на резинку. Все убавки в клине подъема я сделала. У меня сейчас на спицах столько же петель, сколько я набирала на резинку. 56 петель. 28 петель на подошве, вот на двух этих спицах. И 28 петель сверху носка, вот на этих двух спицах. И у меня получилось в клине подъема с каждой стороны по 5 убавок. 1, 2, 3, 4, 5 убавок с одной стороны. И 5 убавок с другой стороны. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так выглядят у нас убавки в клине подъема. Очень красиво, очень симпатично. Никаких дырочек вот здесь у нас нет. С другой стороны точно так же. Вот так выглядят кромочные петли. И вот так выглядит чашечка. И далее вяжите по кругу длину носочка, которая вам необходима. Я сейчас провяжу необходимую длину носка и дальше вам покажу, как посчитать длину мыска и с какого момента мы начинаем делать убавки на мыске. Провязала я необходимую длину носка и теперь буду формировать мысок. Как определить, с какого момента нужно делать убавки на мыске? Некоторые вязальщицы считают, что носок нужно вязать до тех пор, пока он не скроет мизинец на ноге. Это правило работает, но не всегда. У нас у всех разные длины пальцев. У кого-то пальцы длинные, у кого-то короткие. Мысок мы можем вязать по-разному. Можем вязать мысок ленточный или по спирали. Убавки на мыске мы можем делать по-разному. Можем делать убавки в каждом ряду через ряд. Или, например, как я делала убавки, часть убавок через ряд и часть убавок в каждом ряду. Я предпочитаю потратить пару минут, сделать все необходимые расчеты, нежели распускать мысок и вязать его заново. Перед тем, как приступить к расчету длины мыска, нам необходимо решить, как мы его будем вязать. Я вяжу ленточный мысок. На ленточку я оставила 4 петли и буду делать убавки с одной стороны и с другой стороны от ленточки. И когда я сделаю все убавки, у меня останутся только петли ленточки 4 петли и по одной петле, которые участвовали в убавках. Всего с одной стороны у меня будет 6 петель. И с другой стороны у меня также останется 6 петель. Всего 12 петель. Так как у меня сейчас на спицах 56 петель, в конце у меня останется 12 петель, значит всего я убавлю 44 петли. Так как убавки я делаю в ряду по 4, 2 убавки с одной стороны и 2 убавки с другой стороны, значит 44 петли я убавлю за 11 рядов. Но я решила, что я часть убавок буду делать в каждом ряду, а часть убавок через ряд. И сделаю 6 рядов без убавок. Провяжу 6 рядов без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А дальше буду вязать ряды с убавками. К 11 рядам с убавками я прибавляю 6 рядов без убавок и прибавляю еще один ряд на стягивание или на сшивание мыска. И у меня получится, что весь мысок я провяжу за 18 рядов. Далее мне нужно посчитать плотность своего вязания в рядах. Беру образец, прикладываю линейку, выбираю 10 сантиметров и считаю, сколько рядов у меня находится в 10 сантиметрах. Если вы ленитесь вязать образец, то плотность вязания в рядах вы можете померить уже по связанному носку. Прикладываем линеечку, выбираем 10 сантиметров
и считаем, сколько рядов у нас в 10 сантиметрах. У меня получилось в 10 сантиметрах 33 ряда, значит, плотность моего вязания 3,3 ряда в сантиметре. И далее мы легко определяем длину нашего мыска. 18 рядов мы делим на плотность вязания 3,3 ряда в сантиметре и получаем длину мыска 5,5 сантиметров. Вот, посмотрите, длина моего мыска ровно 5,5 сантиметров. Далее мы определяем, с какого же момента мы будем начинать формировать мысок. Длина стопы моего мужа 28 сантиметров. Я отнимаю длину мыска 5,5 сантиметров. И еще 1 сантиметр я отнимаю для того, чтобы носочек сидел плотнее по ноге. И у меня получается 21 сантиметр 5 миллиметров. И как только у меня длина носка составит 21 сантиметр 5 миллиметров, я начинаю вывязывать мысок. Вот, посмотрите, ровно 21 сантиметр 5 миллиметров. И теперь я начинаю вывязывать мысок. У меня сейчас на спицах 56 петель. Распределяем петли так, чтобы на каждой спице было одинаковое количество петель. У меня по 14 петель на каждой спице. И первую убавку будем делать вот в этом месте, там же, где мы делали первую убавку в клине подъема. Я повешу маркер, чтобы вам было более видно, где мы делаем первую убавку. Вот так. И первую убавку мы будем делать вот здесь. На ленточку мы оставляем 4 петли, 2 петли на одной спице и 2 петли на другой спице. И делаем убавку перед этими петлями и после этих петель. И первую убавку мы делаем вот с этой стороны, для того, чтобы убавки у нас были на одном уровне. Если вы первую убавку сделаете вот здесь, провяжете полный ряд и следующую убавку сделаете вот здесь, то у вас убавки будут на разном уровне. Это некрасиво, и лучше делать убавки на одном уровне. Поэтому первую убавку я сделаю здесь. Для этого я сейчас распущу эти 4 петли и начнем делать убавки на мыске. С этой стороны я буду делать убавку с наклоном влево. Вот так я люблю, чтобы выглядели убавки. С этой стороны убавки с наклоном влево, а с этой стороны убавки с наклоном вправо. Итак, провязываем 2 петли с наклоном влево. Для этого разворачиваем обе петли вот так, левыми стеночками вперед, и провязываем 2 петли вместе за задние стенки. 2 петли провязываем лицевыми, это петли ленточки. Переходим на вторую спицу. Здесь вначале провязываем 2 петли лицевыми, это петли ленточки. И следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Для этого обе петли провязываем вместе лицевой петлей вот так за передние стенки. Вот, мы сделали по одной убавке. Здесь одна убавка и здесь одна убавка. И вяжем далее петли до следующей стороны. Следующая убавка у нас будет вот здесь. Не довязываем 4 петли. С этой стороны также делаем убавку с наклоном влево. Для этого переворачиваем обе петли и провязываем их вместе лицевой петлей за задние стенки. Вот так. И 2 петли провязываем лицевыми. Это петли ленточки. На второй спице первые 2 петли провязываем лицевыми петлями. Это петли ленточки. И теперь делаем убавку с наклоном вправо. 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за передние стенки. Вот так. Итак, провязываем дальше до конца ряда. И встретимся с вами вот в этом месте.
Итак, первый ряд с убавками мы провязали. Следующий ряд вяжем без убавок. Значит, весь ряд провязываем лицевыми петлями. Дошли мы до нашего маркера, и теперь в третьем ряду мы снова делаем убавку. С этой стороны мы делаем убавку с наклоном влево, переворачиваем петли, провязываем их вместе лицевой петлей за заднюю стенку. И две петли провязываем лицевыми петлями. Вторую убавку мы сделали. С этой стороны также провязываем 2 лицевые петли. И 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем вместе за передние стенки. Вторую убавку с этой стороны мы также сделали. Дальше вяжем лицевыми петлями до следующей убавки. С этой стороны также делаем вторую убавку с наклоном влево. Для этого переворачиваем 2 петли, вот так левыми стеночками вперед, и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вторую убавку с этой стороны мы сделали. 2 петли провязываем лицевыми петлями. И на второй спице делаем вторую убавку. 2 петли провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Вот так. Вторую убавку мы здесь делали. И следующий ряд вяжем без убавок. Итак, провязали мы 2 ряда с убавками и 2 ряда без убавок. Сейчас делаем третью убавку. Провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Переворачиваем обе петли левыми стеночками вперед и провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Третью убавку мы сделали. Провязываем 2 лицевые петли. На этой спице провязываем 2 лицевые петли. И здесь делаем третью убавку с наклоном вправо. Провязываем лицевой петлей за передние стенки. Вот так, третья убавочка у нас готова. Вяжем до следующей убавки. С этой стороны также провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли ленточки, и на второй спице провязываем 2 петли ленточки лицевыми петлями и 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот так, третью убавку мы сделали. И вяжем до нашего маркера.
И вот что у нас получается. Я сделала 3 убавки. 1, 2, 3. Следующий ряд мы провязываем без убавок. И так нам еще необходимо провязать 3 убавки через ряд. Провяжите самостоятельно. Итак, провязала я 6 убавок через ряд. Вот так у меня получается. Видите, как выглядят убавки? Если вам нравится, чтобы у вас убавки выглядели в виде косички, то делайте убавки по-другому. С этой стороны с наклоном вправо, а с этой стороны с наклоном влево. Я уже снимала видео подробное про убавки с наклоном вправо и влево, как провязывать их двумя разными способами, а также показывала, как будут выглядеть убавки в зависимости от того, с какой стороны вы их провяжете. Я вам оставлю подсказку в правом верхнем углу на это видео. А также у меня на канале есть плейлист, называется «Носки». Там собраны все полезные видео по вязанию носков. Обязательно посмотрите. Итак, 6 убавок через ряд я сделала. Вот посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также 6 рядов провязала без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжите по кругу, делая убавки уже в каждом ряду. И провяжите эти ряды самостоятельно, пока у вас на спицах не останется 12 петель. Все убавки я сделала. Вот так у вас должно получиться. У меня на спицах осталось 12 петель. На каждой спице по 3 петли. И теперь эти петли я просто стяну. Обратите внимание, где у меня нить. Вот здесь была сделана последняя убавка. И вот здесь у меня осталась ниточка. Я нить отрезаю, вставляю ее в иглу. И оставшиеся петли просто собираю на иглу. Вот так. Все петли я собрала на ниточку, хорошенько стягиваем. Вот так. Теперь иголочку продеваем прямо в центр и выворачиваем носок наизнанку. И чтобы хорошенько закрепить вот этот вот кружочек, мы еще один раз пройдем иголочкой вот так по петлям. Все, мы хорошенько закрепили нитки, никуда у нас ничего не распустится. И теперь я просто прячу ниточку в полотно. Делаю один закрепительный узелочек. И ниточку прячу вот так вот в вязание. Все, наш носочек готов. Осталось только спрятать вот эту ниточку. И я вам покажу, как я прячу вот эту нить. Также вставляю ее в иголочку. И проходимся вот по этой косичке, вот так иглой. Каждую косичку как бы наматываем на иглу. И в другую сторону. Вот так. Все. Ниточка никуда не денется. Мы ее просто обрезаем. Вот так. Все, и наш носочек готов.
Итак, мы научились с вами вязать самые простые носки. Вяжите своим мужчинам носочки. Если вы хотите связать какие-то носки посложнее, то переходите ко мне на канал в плейлист «Носки», и вы найдете еще много интересного и полезного по вязанию носков.